Good morning, agents. Thanks to your brilliant work in Argentina, we finally located Cypher. He is currently hiding in Singapore, where he plans to detonate a cyber bomb that would wipe the entire city's virtual data. This would lock millions of people out of their own lives and send the region into chaos. Tonight, your mission is critical. Prevent the bomb's detonation and apprehend Cypher once and for all. Good luck. You're in the Marina Bay Grand Hotel. Find the two rooms Cypher stayed in and retrieve the coordinates of the bomb from the network. Я куда-то пошел. Тут страшно все. Вау! Вау. Ты видишь это? У меня все очень красиво, но я ничего не понял. У меня 3D... У меня тоже все очень красиво. У меня 3D диаграмма, так, подожди. Охранные дроны, охранные бомбы, две бомбы. Так, я могу передать партнеру Эми Бомбусу. А... Я где? Я кто? Подожди, да я вообще даже не успел что-то есть. Я могу переключать этажи. Ну стой, ну блядь, ну встань ты, хуесось. Все, стою. Что делать? Подожди, я могу дать, я могу тебе передавать кибербомбы. Круто. А тебе нужно попасть, одну секунду. Тут такой вид охренительный, ты себе не представляешь. Ну, у меня тут 3D. Смотрите, нужно попасть на 58 этаж. То есть ты следующий. Дальше. А, так. А, ну иди. Куда? А, там подожди. Стой, четвертый дрон. Одну секунду. Там дрон идет сейчас. Я должен настроить. 540. 540. Передать. Я тебе дал Эми гранату куда-то. Что мне с ней делать? А, тоже ее кинуть с четвертого дрона, который у тебя прямо на пути будет. Вон там. Вон там. А беги, в дверь заходи. Во. Сейчас он подъедет туда? Не, да ты тут. А. Слушай. Ты можешь бомбу бросить? Выкинь мне. Все, забей. А, чё? Это мина. Она пропадет. Я просто тебе другую, наверное, дать должен. Тебя постоянно взорвет, по-моему, дрон. Дрон идет? Сейчас облапошить. Короче, умирай. В смысле? Мы обосрались. Почему? Я не могу тебе новую мину дать, я не это дрон вообще надо было убивать. Короче, умирай. Да нормально все будет, нормально все будет. Блять, умри ты нахуй, но я ехал обратно. Дурак? А. Ну просто кинь. А, подойди к углу и брось там бомбу. Не выходя за угол. Ой, извини, иди. К какому углу? Ну, сейчас ты выйдешь и пойдешь налево. Понял. Сейчас я скажу. И поставишь прямо у угла бомбу и обратно нырнешь. Иди. У угла бомбу. Все. И перди. Ты видишь бомбу? Да, все, иди. И в дверь заходи. Да. Мне нужны координаты бомбы. И какая-то бомба по счету, я не знаю. А, окей. О, нет. А, хотя только одна. Это, наверное... Только одна? Ну слушай, зато тут как бы не касаться можно всего. А смотри. В смысле, даже этой штуки? Ну, тут ниш нету этой красной рамочки. Если красной рамочки, можно касаться. Что делать будем? Ключ снизу справа твой. Давай посмотрю, куда ты можешь поехать. Смотри. Вот. Проход вот этот освободи мне. А. В смысле? Не понял прикола. Окей. Чё? Окей. А чё это? Какая бомба и какие координаты у меня? Прокси, у меня есть и координаты. Мне нужны координаты бомбы и какая-то бомба желательно. Эм, эс...
CB188947. Ну, мне нужно, у меня, короче, дай поиска координаты. 88, 88, 59, 47. Да. Так, теперь выходи из двери и иди к другой двери. Да. И на лестнице остановись, пожалуйста. А там дрон номер 8. Мне куда идти-то хотя бы, на какой этаж? А, на следующий, на верхний этаж сейчас она будет идти, но там дрон. Дрон! А, он тебя не видит. 8-260. Я даю Эми. Так, а теперь жди. Я посмотрю, за который дрон. Ага. Ну смотри. Он как можно дальше отъедет, и ты кинь бомбу в него. А где он? Я его не вижу. Но он за дверью. А откуда я знаю, когда он отъедет? Ну, я скажу. Ну, скажи. Ну, ты все он отъехал. Кидай. Ты кинул? Нет, он меня видит. Мне палит. А. Я не докину. Ну, иди. А он едет обратно в сторону. Да он видит меня спиной. Ну, я не ищу. А, может, тебе другого прохода пройти надо было все это время? С которого? А реально. Тебе нужно с другого прохода было пройти. А ты можешь как-нибудь гранату как бы отдать мне обратно? Нет. Блин. Чё? А. Вот, ты мне её отдал, считай. Чё дальше, куда? А, иди, возвращайся. Куда? К бомбе. К бомбе. Нет. В дверь. Только в дверь не заходи, а иди дальше. И зайди вот эту дверь, там просто дрон катается. А, все, иди прямо. Только сам дрон осторожно. Стой. Все, иди. Иди и налево. И там будет лестница. Поднимайся. И там шестой дрон катается. А, иди и в шестой. Иди и в дверь. Стой, дрон. Нужно ли там туда идти? В принципе, мне надо туда идти. Стой. Не двигайся. 420. Подойди, выйди. А, все, стой. Сейчас смотри. Идешь к выходу. Вот да. Ну, не тот. Вот выходи. Осторожно, там дрон. Иди к углу и кидай эту бомбу. И прячься. Все, иди туда. Иди и поворачивайся направо. Так чисто. И мне нужна граната бомба. А, дверь. Замок. Чего молчишь? Я думаю. Ты просто начал увлеченно что-то рассказывать. Вау, вот это сложный головоломки. А зачем они такие страшные? Я не знаю. Мне нужна граната бомба. 61, 34, 86. Ну чё, умираем? О, у меня катсцена. У тебя катсцена? Да. Такое бывает? I'll send a squad to surround Cypher's hideout. Will you move to Dragon Island and neutralize the bomb? А во, последняя миссия, наверное. Джеймс Бонд. Это есть миссия? Это продолжение. Ой, а где Фиппеса? Господи, боже мой, какая жопа. Вот смотри, вот выход на террасу на крыше. Ты, блядь, начал бегать, я ничего не понял, блядь, что ты начал нахуй ты бегать начал. Так я осматриваю локацию. Ну лол. Я что, зять, знаешь, что ли? Посматриваю дальше. Чё, типа? Я бомбу нашел. Ну, окей. Чё? Че за бомба? Ты должен сказать, координат кибербомба, но это, наверное, бомба. Она в сарае? Нет, просто бомба в воздухе летает. Это дрон. Нет, бомба. Причем она невидимая. Ну, типа, она видимая только в режиме отображения, скажем так.
Ты ни один узел не открыл. Так а что я должен сделать? Объясни. Я не знаю. Давай попробуй в сарай войти вот этот, смотри. Ретранслятор. Сейчас стоишь на ретрансляторе, ты что-то видишь? Нет. Для подключения передатчик. Ты, у тебя есть какой-нибудь передатчик? Нет. Какой-нибудь своровать можешь у него? А, могу. Ну, я могу к человеку сейчас прицепить, к любому. Надо? Сейчас, да, я сейчас найду человека. Вот смотри, иди, куда ты идешь. Одинокий человек прям... Нет, дальше. Вон, налево. Ну, проход-то налево. Ну, блядь. Ну все, тебе пиздец, в толпу ушел. Иди налево, стоит у дома человек, идет сейчас. Идет человек. Да. Сплю на него. Ломай. А-а-а. Ключ. Три правильных, одна неправильная. Два правильных и два правильных неверной позиции. Три правильных, одна неправильная. Два правильных, два в неправильных позиции. И четыре правильных. Во. А теперь, наверное, иди к сараю. Какому? Ну, там где-то бомбу видел. А ты можешь войти? Да. Чё в сарае? Замок. Давай. Опять? О нет. Ну и по что? Нет, да. Блин, я думаю. Окей. Ладно. Оно проще, чем кажется обычно. Ну да. Ой, бля. А-а-а. Чё? Ой. Это я. Опусти, который у тебя. И поднимай быстрее. Ключ. У меня микроконтроль учился. Подожди. Тебе нельзя касаться. Угу. Бери ключ. Мне нужно, что эти штуки не стали одного, на одном уровне. Ну все, спрятаться. Просто а, теперь отодвинь. Верни, ну как, я не могу отодвинуть вниз. Убирай тогда... Типа, чё? Не, стоп. Я ничего не понял. Продвинь это туда? Куда? А, ты ту возьми. Верхнюю. И продвинь ее за эту штуку. Все, теперь продвигай. Че? Я сломался, подожди. А зачем? Ну все, я отпускай. Зачем ты их держишь? Подожди, я понял, зачем ты их держишь. Действительно, зачем я их держу? Не, все, правильно, зачем ты их держишь, реально. Блин, я идиот. Зачем я их держу? Все. Все, отпускай. Зачем ты до конца? Зачем? Зачем ты делаешь? Хочу. Зачем ты это сделал? Ну сейчас все красиво. Смотри, как классно. Да, оно было и красиво, если бы ты не тянул так. Вообще красиво. Не понимаю, о чем ты. Там бомба? Да. А чё? Ого. Пройдите по следу культу управления. Чё? Куда? Во. Смотри, иди влево, вниз, к лестнице.
Там Wi-Fi ретранслятор. Дальше. На лестнице. Вот. На. Потом иди дальше вот по этой аллее, поднимайся по лестнице. Поднимайся вверх и слева ретранслятор. Сейчас. Ой. Сайфер разместил отряд, а теперь ходит отряд человек. Куда мне? Ой, мне ломают дронов. Ой, сейчас дроны будут вражеские. Куда мне деваться? Я вижу где-то. А, стой. Так, тебе нужно идти прямо. Куда? Ну не то прямо. Назад. Проход, подожди, стой. Дрон. Иди вперед. А, подожди, стой. Вообще ничего не жми. А, ваш напарник. Вот тоже сканируй узел прямо. Там отряд идет. На костину отряд. А, стоп, люди тоже? А я же его не вижу, откуда я знаю? Не встал, там отряд идет. Ты очень плохо координируешь мои действия. Стоп, чё? Ну, даже выйти не дают? Дрон тоже там стоит. Так их не было раньше. Ну тебе, я же сказал, что, блин, сломали. Так, смотри, Денис. Выходи, иди вперед. А там отряд идет. Быстро иди вперед. Очень быстро вперед. Все забей, прижимайся к стенке справа. О, ну да, на пирсе. А теперь иди к мостику, к мостику, к мостику. К какому мостику? Вот этому, да, прямо идешь. И вот этот ретранслятор. Какой ретранслятор? Ретранслятор на мостике, рядом с мостиком. Ну, ну сзади, 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 дрон. Иди. Чё, дрон? Куда? Что? Ретранслятор вот здесь должен быть. Ты мне у него сразу пошёл. Он активирован. Чё это такое? Так, мне нужно ещё раз активировать его. Зачем? Скрытый фокус, кстати. Стой, стой, там отряд. Там отряд, стой. Ты не достал. Жди. Потому что скрытая функция ещё. Иди, иди теперь активируй. Теперь можешь тебя активировать. Быстро. А, встань теперь, по-моему. Всё? Я вроде заключил ещё эту бомбу. Я вроде отключил что-то бомбу. Иди к тебе бомбу взламывай. Только аккуратно дрон. Ну все, иди, можешь. Можешь спокойно идти. Ты иди, даже там закрою. Ужасный сейчас. Координатор. Соси жопу. Я тебя закрыл там. Один шанс. Господи, боже мой. Как называется игра про обезвреживание бомбы? Keep talking about body explodes. Что делать надо? Количество букв в серийном номере. А, в смысле? Класс. А ты неплох. Я хотел посмотреть на серийный номер, все взорвалось. И что, букв в серийном номере? Да я понял. А-а-а. Ща я... букв 3. Нажмите кнопку, когда последняя цифра на таймере будет 3 или 8. Таймер есть? Да. Где? У меня нет. Я не вижу таймера. Значит, ты ебал. Подожди, куда нажать-то хоть? На кнопку. Какую кнопку? Не знаю. Кнопка запуска? Да. Когда что? Как будет 3 или 8, последняя цифра. О. Так. Количество контактов в разъеме. Хорошо, таймер хотя бы не идет, слушай. Количество контактов в разъеме каком-то. В каком разъеме? Там, короче, нарисован вирус. Какой еще вирус? А, понял. Сколько? Контактов? Что значит контактов? Ну, дырочек, наверное. В каком разъеме? С вирусом. И что там должно быть? Какое количество контактов? Круто. Что такое контакт? Ну, блин, палочки, ну, выпирающие штучки. Ты компьютер не собирал, что ли?
А, подожди, как вирус выглядит? Ну, как кружочек, из него палочки торчат. А, окей, ладно. А ну один тогда? У меня есть 3, 4, 5, 6. Окей. Если нажму что-нибудь. Ага. Нужно рай контактов в разъеме просто в каком-нибудь. Что? Нужно. Ну, держи количество контактов в разъеме, ищи у бомбы разъем. Три. Там, где вижу, зашла мой циферка 9. Не знаю, что она значит. Нет там циферки. Там вирус, у меня написано 9. Стрелочка 9, вирус, циферка 9. Если контактов в разъеме 3. Это, кстати, ужасный интерфейс. Я, короче, нажимаю с одной стороны, она открывается с другой. Поздравляю. Очень плохо сделано. А чё, есть инфа? Я не понимаю, что надо. Разъема ВКонтакте 3, да? Разъема 3, да. И? Вирус, там 9 написано. Я... Окей, что такое у тебя? Что? Что у тебя? Что у меня где? Я, короче, пока веселюсь. Ты кайф сам. Можно я буду спокойно? Я мини-квест нашел, да иди. У тебя есть где-нибудь там сетевые порты на бомбе? Да. Первую 64. В смысле, куда что? Ну, порт. Мне пароль нужен сначала. А пароль 2839. Дальше. Порты. Угу. 64. Что 64? Ну, первый порт 64. Пичить надо. Блин, что у тебя есть? У меня сетевые порты есть. Сколько их? 4. У тебя все сразу 4 известны? Да. Говори все числа, все порты. 64, 345, 224, 167. Короче, ладно, я тебе просто зачитаю, сам думай, мне лень. Если порт 1 имеет наименьшее значение, введите красный. Да. Красный. Наименьшее значение? Да. Если порт 2 имеет наибольшее значение, введите синий. Синий. Если порт 3 единственное нечетное число, введите зеленый. Нет. Если порт 4 единственное четное число, введите желтый. Нет. Так. Теперь надо с красным и синим разобраться. Ну, что-то надо разорваться. Чуть-чуть надо. Если порт 1 имеет наименьшее значение. Да. Если порт 2 имеет наибольшее значение. Да. И что, мне оба вести, что ли? Нет, первое правильно, значит, ты первое и пишешь. То есть красный. Ну да. Блять, это ошибка. Точно наименьшее значение первый порт имеет? 64, 345, 94, 167. Наименьшее значение. Первый порт, да. Давай синий ведем. Наибольшее значение. Ведите синий. Ну да. Давай. Пошло. Ему первый не нравится. Так, и вот у меня еще есть предварительные установки параметров. Угу. Пароль. У меня палочки там. Палочки. Символы. Пароль. У меня только один пароль был. Серьезно? На 839, да. 5 цифр. У меня нету. Пароль с 5 цифр. Нет, пароль с 5 цифр. А, пароль с 5. Да, пробуем его. Там 4 цифры. А, 4.
Че дальше? Че делать будем? У меня есть предварительная установка параметров, дешифратор паролей, которым только один код, и электрическая нагрузка. Давай электрическую нагрузку. Так. Количество контактов в режиме. Ну, предположим, что 3. А, вирус 9, наука 2, огонь 1. Ты мог сразу сказать, что это связано с электрической нагрузкой? Я же сказал. Ты не говорил в тот раз. Какой ты еблан, господи, боже мой. Вирус сколько? 9. Наука 2. Так, а что там еще было? Наука 2, огонь 1. Что значит огонь? Ну, там огонь, значок такой огня. И значок науки. Сейчас я пытаюсь найти значок огня. Нашел. Огонь 1. Все, взрываемся? О, пароль. От чего? От пятизначной, от того самого. Угу, давай. 37 89 3. Че дальше? Нужно закорючки поставить. Правильные закорючки. Какие? Ну, смотри, первая закорючка — это диагональная палочка слева направо. Почему таймера, кстати, у бомбы нет? Почему не мы в халя... Ну, был бы таймер, мы бы сейчас торопились, я с яблочкой. Да, я тоже. Диагональная закрючка в смысле? Палочка. Слэш. Слева направо. Понял. Дальше. Горизонтальная палочка. По центру нее палочка вертикальная. Угу. Под этой конструкцией кубик, да. И что еще? Последнее. X. У X есть палочка вниз от его центра. Угу. И кубики. С одной стороны треугольные кубики, да. Кубики. Все? Кубики, да, о, да. Последний шаг провода. А, ой, ой. Только одно движение. Желтый провод находится между двумя синими. Нет. Синий провод находится рядом с зеленым. Нет. Два красных провода находятся рядом. Да. Перережь зеленый провод, когда мигает цепь 3. Все. Че-то изи. О, у тебя кацан идет? Да. Идет. Ой, смотри, мои усы. Мои усы, мне кажется, больше, чем очки сайфера. О. А вы слышите, я первого наградили, я не понял. Стоя выше. Чего у тебя за прическа, объяснись? Ты шлюха. Good morning, agents. Ну, последняя миссия какая-то странная была. Так, это простая. Да, но вот предыдущие миссии были классные, прям про поезд была офигенная. Дело сайфера закрыто. Че? Ну, пошли, типа, да. У меня 3 миссии не пройдены. А у меня 2. Ой, блядь. Ну все. Выиграть. Ну все, ну как, ну что-то концовка такая себе, честно говоря. Игра какая-то постепенно скомканная. Это что, это их, ну, работа, это. Они явно вдохновлялись киптоки на Body Explodes, прям очевидно. Ну, свешенная с Вивиахир. Ну да, это головоломка чина, которую ты должен объяснять, что делать своему врагу. Ну, врагу. Тиммейту. Я тебя понял. Я тебя за врага уже читаю. У меня жопа сгорела на последней миссии. А в смысле? Ты тупой. Тупой, ты, блядь, идешь нахуй, я тебе говорю, стой, блядь, не иди, ты, блядь, идешь в пизду. Ты же не понимаешь, нафиг, не?